Всем привет, друзья! С вами Аллариэль, и мы продолжаем с вами наше прохождение The Elder Scrolls 3 Morrowind. Остановились мы с вами в прошлой серии на том, что вернулись из форта Лунной Бабочки. И получается, пришли вот собственно, сюда. Я уверена, этого можно спросить. Балмора, Данмер, Культ, Каманатонг. Я спрашиваю себя, насколько вы мне нравитесь, чтобы говорить об этом. Гильдия из Белой Гавани, Нерварин, поместье Нерано, храм Южная Стена, граждане Империи, Большой Совет. Окей, а с кем же мне поговорить-то надо? Биография, Данмер. Что это? Кровать? Нет, спасибо. Парам-парам-пам-пам. Как мне их бы на бой вызвать? Было бы хорошо, но что-то непонятно. Не надоедай мне. Внутреннее море. Море призраков. Название вот расположенных между Тамриэлем и северным континентом Атмора. Так, Падомайский океан. Господи, сколько же здесь текста. Причем весь одинаковый, который мы уже все это не читали. Нравится. Так, все с этим понятно, ладно. Где этот раб? Приставайте к кому-нибудь еще. Слышь, почини мне. Агадарка. Перский культ, Каманатонг. Так. Ладно. Что ж мне делать? Приставайте к кому-нибудь еще. Бакала. Южная стена, гильдия бойцов, воров, магов, монотон. Ах ты ж, елки-палки, а? Форт Лунной Бабочки, перский культ. Злодеи. Чужеземцы ничего интересного не говорят, гады, а? А ты? Оставьте. То же самое, ладно. Так, прознал я тут информацию, друзья мои, что нужно сбегать в наше пристанище, а именно в гильдию воров, для того, чтобы там, собственно, выяснить о злодеях, и походу мне здесь меня наставят на нужный курс, так сказать. Так, гильдия воров, отделение Нерана, повышение, поместье, работенка, вступление, злодеи. Так, есть ли злодеи, которых вы ищете, это Каманатонг, и они из Балморы? Вы найдете их в трактире Клуб Совета. Там постоянно проводят время члены Каманатонг. Разведчиком является Вадуза Сатрион, Мараса Арен, ростовщик. Вором является Мадраль Тирит, Савор Триендель, ученый. Ага, и кузнец. Понятно. Привет. Окей, отправляемся обратно. Ой, не то. Привет. Отправляемся. Так, это мне теперь двигать обратно, да? Так, что тут такое? Опа, прыжочек. Обратно в сторону к Силстрайдеру. Я, правда, не знаю, затащу ли я. Что я как-то достаточно такой паренек.
Слабенький, что ли? Так, надо бы засейвиться еще. Давайте 7. Так, ну что, заходим. Оставьте меня. Так. Девятипалый, Камонотонг, Нерварим. Чужеземец, небольшой совет, мое занятие. Ладно, пойдем сразу. Я чувствую... Где этот раб? Что за мной кто-то наблюдает. Ты... Давайте короткие клинки. Еще поговорим. Балмора, Данмер, Донхал имперский. Клинки, мудрость. Налькирия, Нереварин. Так, граждане империи, кто-то особенный, мое занятие, небольшой совет. Поездки, проводник, свежие, Ваяда. Почему они никак не реагируют? Почему чужестранцы считают, что могут приставать ко всем со своими вопросами? Черт его знает. Так их тут сильно дофига. Жесть. Это, ну, как-то нереально. Черт, а что ж делать? Нет времени на разговоры, уходите. Вот, ё-моё. Можно? Оскорбительно. А ну-ка, убеждение. Вежливо. Прекратить. Угрожающе исчезни. 10 монет. Сто монет. Опа. Убеждение. Угрозы. Еще раз. Ладно, угрожающе. Исчезни, да? А еще раз. Хорошо, я слушаю, да? А теперь... На! Вежливо прекратить не хочет, засранец. Убеждение. 10 монеток держи. Еще раз. Угрожающе исчезни, да? Ну и как их провоцировать-то? Я не возьму ваших денег. Угроза опять же не прокатывает. Вы не тот тип, с кем мне нравится иметь дело. Угроза, на. Еще разок. На. Блин, ну и как мне их закромсать тут всех? Это ж какой-то прям неадекват. Еще за странный квест такой. Не. Не вариант. Так, я в никуда профукал всю голду. Но ее и так немного.
Так, ну что, будем сейчас как-то пытаться в очередной раз. Нет времени на разговоры, уходите. Так, значится, можно вот этой, конечно, штукенцией попробовать. Мне сказали 5 человек, кроме бармена. Раз, два, три там. Уходи. Мне уже все это не нравится. Ты умрешь! Ну и как? Да ну это жесть. Мдэм, это вообще жесть. Ладно. Тогда мы пока, наверное, оставим в покое это всю ерунду, потому что, ну, неадекват. Я не могу туда заваливаться, наверное, на втором уровне. И, блин, их нет. И пытаться их там вывалить. Их сильно много. Что, как бы, прискорбно, да? Так, а что у меня по сюжетным квестам? Я могу пойти, допустим, по сюжетной линии пока. Гильдия воров, ключ, понятно. Нападение, остров, смерть сборщика налогов. Не совсем понятно. Куда ж меня направил-то этот? Возможно, мне надо пойти вступить в гильдию бойцов. Вариант. Сейчас пойдем узнаем. Потому что, по-моему, там хотите как раз... Хотите чего-нибудь? А, по гильдии бойцов все это дело продвигается. Сейчас заскочу еще опять к торговцу. Надо бы распродать все барахло, ибо у меня его там хочешь уже немало. Сказать? Не хочу, как обычно, тебе скинуть. О, что у торговца маловато как-то. Нехорошо это. Бриллиантики оставлю, они дорогие. Так. Длинные клинки. Не хочет, зараза. Другое дело. Держи рубаху. Перчи. Блин, а? Еврея. Ох, что-то я с ней потерял немножечко доверия. Ну, не доверия, а репутация, или как она там называется. Так, галантерея. Зайдем. Паренек, здравствуйте. 500, да? Не, уж слишком дешево у тебя. Что там свистишь мне? Замочек, 35 уровень. То, что нам нужно. Хорош. Все забрал. Замечательно. Опа. Миссию выполнил. Так. Угу. Что здесь у нас? О, оружейник. Зайду к оружейнику. 1500 оружейника. Слушайте, да, к моего сейчас еще немножечко при... убеждением вот так вот. 100 монеточек раз. 100 монеточек два. Замечательно.
Все за 200 копеек подняли до максимума, что как бы очень хорошо, потому что мы сможем ему продать все наше барахло. Так. Сколько оно там стоит? 275. Чё они, блин, не покупают меня по этой цене? Торговать. 2 бриллианта. Я такое не покупаю, гад. Ладно, тогда копье. Это. Не покупаю, уж понятно. Кольцо тоже. Ты что ж ты покупаешь там, да? 63, 62, 61. Ай-яй-яй. Ладно, легкая броня у него есть. Вот это хорошо, потому что я закачан-то на легкую броньку, и мне она не помешает. Цена 37. Давайте раз. Средняя. А это я взял что? Кирас. Уровень защиты 5-8. Тяжелая, средняя, а легкая. Легкая я не ношу, к сожалению, ботинки. Средняя. Но легенькая. Хорошо. 5, да, там 3. 5, 25. Вот это возьму. Шлем не надо, штанишки. Возьму легкие штаны. И скину цену до 60. Как-то. Приветствую вас! Одену все это дело. Легкая броня. Раз. Два. Три. Шапочка есть легкая. Огонь. Так, это хорошо. Блин, все, не привыкну торговать. У меня вон там хитинская кираса какая-то была. 8-11. Золотые камальцы. Левый наплечник, да? Хитиновый правый, хитиновый левый. Щит кожи. Давай возьму. Шлем. Ну, шлем мне не надо, так как у меня... меховой шлем есть, он тоже, в принципе, неплох. О, постоять. Уровень защиты 5. Уровень защиты 11. О, 14 даже. Вот, где-где-где? 14. Норм. 5. Давайте наденем другое дело. На первое время пойдет, как говорится. Это барахло продадим. За 9, не? За 8. Гад. Ладно, давай за 7. Заберем. Давайте сделаю сейв. Я еще нашел, что быстрый сейв на F5. Так, а сундучок-то я сейчас
стакну, я надеюсь, если скилла хватит. Замечательно. Опа. Так. Неплохой такой топор я себе отмотал. Все, можно двигать, да? Кстати, княженцы, читану. Ты слишком много говоришь. Да я вообще молчал. Ваш дневник дополнен, друзья мои, вот это да. А чем хоть дополнен? Гильдия воров... Ага, это уже законченное. А как их выключить? Или никак? Храм паломничества семи добродетелей. Смерть сборщика налогов. Ясно. Так, что ж такое? Тут я все время... Ладно, поехали. Берем. Так, бойцовская гильдия. Пойдем в нее, зайдем. Ой, это не так. Прошу прощения, у меня мало... Свободно я, не к вам. Мадемуазель, я к мужикам, к воинам. Вступить в гильдию бойцов? Конечно, вы выглядите так, словно можете позаботиться о себе. Прежде чем я запишу вас, вы должны взглянуть на хартию. Вы готовы вступить? Да. Союзник гильдии бойцов, трудитесь как следует, выполняйте приказы, и у вас все будет в порядке. Найдите меня, когда почувствуете, что вам пора получить повышение. Пора. Навыки, вы еще не готовы. Приказы есть какие-то? Надо расправиться с пещерными крысами. У тебя все получится, я уверена. Отправляйся в дом Драйен Телос, это здесь, в Балморе, на восточном берегу реки. Спросите у нее, откуда берутся крысы. Убейте крысы, получите награду от Драйен Телос. После этого возвращайтесь ко мне. С удовольствием поможем. Так, квесты. Остров, братство. Остров на севере. Парам-парам-пам-пам. Гильдия бойцов. Крысолов. Он сказал мне, поговорите о каких-то крысах, которые наводнили ее дом. Она живет здесь, в Балворе, в восточной части города, около реки. Айдис, огненный глаз. Восточная часть. Север, юг, запад, восток. Рамбову. Это не то. Это тоже. Ё-моё, где же она тут живет? Каяка Садеса. Дом Астиуса. Дрелсея Ритти, да? Или нет? Волной в восточной части города. Драйен Телос. Ладно, отправляемся в восточную часть. Ой. Восточная часть. Это мне... Там мне вот куда. Надеюсь, я еще различаю. Хотите чего-нибудь? Различаю. Север, юг, запад и восток. Так. Дом. Посередина. Не то. Это тоже не то. Рочек. Опа. Походу мне сюда. Здравствуйте. Что там с пещерными крысами? Эти крысы создают такую проблему, боюсь, они съедят все мои подушки. Вам ведь нравятся подушки, правда, Лориэль? Ладно, одну мне удалось закрыть в спальне, и еще две находятся на складе. Я имею в виду крысы, а не подушки. Вот ключ от двери. Этих тварей как минимум три. Надеюсь, с моими подушками все в порядке. Окей, спасибо. Пойдем, ща посмотрим, что там. Все, крысу закочегарили. Подушки на месте. Все хорошо, мадам. А где ваш склад, интересно, находится? Не знаю, сейчас еще будем искать склад.
Так. Где склад, пока непонятно. Может, наверху? Да, действительно. Ох ты, блин. Нифига себе. Давай. Фух, блин, еле выжили. Жестяк. Так, ну, коли я сюда пришел, то нужно все отсюда забрать. Все пойдет на продажу для получения всего. Так, подушек, блин, сколько они хоть стоят? Цена 1 копейка. Копеечная цена, достаточно. Че, я перегружен? Конечно. Так, ну поехали. Мадам, я смог все сделать. Все, крысы убиты. А как ей это донести-то? Пещерная крыса, отлично. Я поверю вам на слово, что пещерные крысы погибли. Вот возьмите 100 септимов. Это сумма, о которой мы договорились с гильдией бойцов. Хорошо. Ты так, не можно? Отсюда. Не отсюда. Чего ты хочешь? Хочу немножечко переночевать у вас, можно? Хотя бы выздороветь. Оп, все, замечать. Опа, а это я люблю дело делать. Опа. Замечательно. Взял. Почитать есть что? Из этой книги вы получили знания. Ваш навык длинные клинки вырос до 6 пунктов. Хорошо. Все, закрыть. К чему все? О, и акробатика выросла. Так, а мне гильдии бойцов вернуться необходимо. И отчитаться о проделанной работе. Давай, давай, давай. Вперед, вперед, вперед. Я, короче, сразу на службе у вагона гильдии. И у воров, и у бойцов, и еще небось к магам. Да, потом залезу. Так. Когда будете готовы, только не заставляйте меня долго ждать. А ты кто такой дерзкий? Обучение. Кузнец, дробящее оружие, понятно. Кстати, а может я тебе... Ой, что-то я застрял. Обучение не нужно. А вот поторговать бы мне... 10 монеток, оп. Поторгуем. Ох, нифига себе, тебе 2000 копеек. Неплохо. Короткие клинки 7-12, 4-5. А у меня что? Короткие клинки, да. А ну... Безопасность, да, короткие клинки. Главная характеристика – скорость. Ремонт. Раз, два. Ай-яй, не то. Торговать. Я такой не покупаю. Ну ты шутишь. Ну хоть секиру возьмешь. О, ну секиру. За 60. Не? За 58. 56. 55. Договорились. Так, а подушки тебе не нужны случайно? Нет, походу не нужны. 4-9. Короткие клинки. А здесь что можно предложить? 7-12. Цена, конечно, 350. Это жесть. На-на-на, 4-5. Метательная мне не очень уж и нужно.
О, 7-12. 4-9. 350. А тут цена всё-то 24. Давайте, почему бы и нет. Гад. Ладно, 23. Хрен с тобой. Не-не-не, назад, это моё. Вот это продать. Давай больше. Ок, ок. Да, глянь, что ж ты будешь делать? Прям не уговоришь. Так, ну, немножечко обновили меч нам. Что у нас здесь? Здесь никого. Но здесь есть чем заняться. Замечательно. Все забрали. Фонарь. Даже и не знаю, брать фонарь или нет. Пускай стоит, наверное. Закрыли нас за собой. О! Гильдия бойцов. На-на-на. Так, выполняй свой долг перед своими лордами и собратьями. Всегда действуй с честью, доблестью, сохраняй острый, наблюдательный ум и никогда не поддавайся трусливым уговорам слабых. Убийства или кража у члена твоей гильдии расценивается как предательство. Или, если ты нарушил эти правила, ты должен поговорить, по крайней мере, со стражей гильдии, чтобы исправить положение. Окей. Так, с этим давайте понятно. Послушаем. А ты кто? Ух ты. Давайте послушаем. Я думал, может, еще улучшится. Еще и ловушка там. Неплохо. Так, там я вроде был. Да нет, нет. Что тут? Тут спальня, ясно. А где мадам-то? А у тебя я... брал задание. Гильдия бойцов. Так, а ну, надо журнал чекнуть. Без журнала. Так, Айдис Огненный Глаз сказал мне поговорить. Айдис Огненный Глаз. Хорошо. Касательно чего вопрос? На, я мимо нее прошел. Вы хотите получить или что-то другое? Надо расправиться. У тебя все получилось? Получилось. Итак, тебе удалось убить крыса, Лорель. Неплохо. Для тебя готовься получить новый приказ. Но я думаю, новый приказ мы уже с вами, друзья мои, выполним в следующей серии. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. А с вами была Лорель. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.